Слава страны – это ее успехи и победы. Одно из ключевых направлений деятельности «Орленка» – патриотическое воспитание подростков. Так, 10 ноября в школе детского центра прошел урок, посвященный Дням воинской славы. Подробности смотрите в материале Анастасии Власовой. Куликовская битва, ледовое побоище, взятие турецкой крепости Измаил. Эти и многие другие сражения сыграли решающую роль в истории российского государства. В них наша страна одержала победы. Успехи над врагами всегда широко отмечались российской общественностью. 20 лет назад было решено вернуться к празднованию героических и памятных дат. До сих пор вскрываются архивы, находятся многие новые документы, их рассекречивают, узнают новые факты. Урок в Орлятской школе, посвященный Дням воинской славы, начинается с экскурсии об истории великих российских битв. Здесь, в школьном коридоре, располагается выставка. На информационных стендах изображены 17 сражений, которые вошли в список победных дней. В них отражены героизм, мужество воинов, мощь и слава русского оружия. Дело в том, что сейчас очень много фальсификаций, ребята многих фактов не знают, даже не знают некоторых названий. Когда мы им рассказываем, они даже так удивляются, спрашивают, неужели это было у нас. И наша главная задача – это углубить их знания по истории, показать им, действительно, насколько русский народ является сильным. Подробно с отдельными из них ребята знакомятся уже в классе. Здесь 5 групп выполняют самостоятельную работу. Просматривают видео, читают информацию, знакомятся с художественными изображениями. По итогам работы ребята создают смарт-карту или краткий путеводитель по сражению, где в простой и доступной форме излагаются цель, суть и итоги битв. Вообще у нас выходят учебники истории. Довольно-таки было мало иллюстраций на данную тему. Мы еще тогда, когда мы ее проходили, занимались по старым учебникам. А тут мне очень понравились, очень были красочные иллюстрации. Вот. Также были даны, скажем так, цитаты, выписки из разных статей, различных произведений. Потом было пару очерков. И вот это вот сидишь, вот анализируешь, это очень интересно. Подобные уроки-экскурсии в Орлятской школе планируют проводить в каждой смене, что позволит ребятам не забывать значимые героические даты истории нашей страны. Анастасия Власова, Алексей Кузьмин и Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ».